мы приехали в Панаджи, столица Гоа. И вот в Панаджи на воде здесь находятся различные казино, несколько кораблей. У них в Индии нельзя размещать казино на земле, поэтому казино на кораблях. И также здесь есть улица фирменных магазинов всяческих. Такая милая португальская архитектура. Я какой-то отщепенец отстал, и все уже перешли. Одна я. Мне понравились эти очки. Очень приятно глазам в них. Такой курортный городок Махатма Ганди Роуд. Чело. Какой бычок интересный. Джек энд Джонс, Онли и Вера Мода. Ну, я помню, я тут... Да, мы же тут копались. Так я ничего и не накопала. Больше всего я смогла накопать в аутлетах. Ага. В конце, когда пошопимся, если мы устанем, он привезет сюда такси. Чтобы... Спасибо. Я, говорит, для тебя работаю. Молодец. Папа воркинг, мама дэнсинг. Right husband. Сильно далеко, да. Потом он лучше действительно пусть такси притащит сюда. Вегетарианский ресторан. Триумф. Вот мне очень нужен этот магазин. Здесь белье. Это очень хорошая фирма. Я такое покупала в Финляндии. Самое мне подходящее белье, лифчики. Вот здесь есть. Давай, заходи. Марина, твоя тема. Я сама приезжала, тут выбрала два лифчика. Потом отправила Саши. Он мне купил. Один раз купил, второй раз купил. И они даже ему подарок передали. Серьгу в нос для меня. Вот. И надеюсь, сейчас есть. I will tell you my size. Красивая. Пуджу делает. А сколько стоит? 6800. Отлично. На Новый год себе купи. 1600. Ага. Давай all три. Все три возьму. 1600 стоит, но где я потом найду? А в Финляндии я покупала за 60 евро. Это сколько сейчас? 1007-8. Поэтому 1600 надо брать. Тем более я в Финляндию теперь когда поеду. Ой, какая красота. Маришка, иди сюда, смотри, какая красота неземная. Да тут все красота неземная. А сумочка? Ничего не поместится? Так у меня даже пол телефона сюда не влезет. Да, ни телефон не влезет. 599. 400. Была, видишь, 400. Была 600, стала 400. А, ну да, это со скидками. Это. А это что? А this also small? Ну что, я тебя заразила, а да, получается? Сейчас будет трэш-контент, друзья. Айда мерить примерочную. Мы с тобой, да? Да, обязательно. Нам же нужно... Покажи вот этот лифчичек. Смотри, прозрачная штучка. Все же ждали, что я приеду, будет шок-контент. Сейчас будет шок-контент. Будешь выходить показывать? Конечно. Серьезно? Трусы несите.
Внести трусы. С музыкой, как у Оксаны с Первого канала. Давай, пока меряй и выходи. Ира, я пошутила, вы что, серьезно собираетесь, чтобы я уходила? Вот с прозрачной этой лямкой вынеси меня себя. Это же все равно пляж Гуа. Нет, все ходят в таких же лифчиках. Нет. Заманила. Там, наверное, сейчас уже у парней слюни потекли посмотреть такую красивую девушку. А она всех обломала. И меня в том числе. Обломщица. Yes, okay, she try, bra. Ирина, хинди, лайф. Ирина. Угу. Девчонок, сейчас подпишу, давайте. Ирина, давай, ага, давай. Так. Так. Хинди лайф. Subscribe. Yes. Молодец. Thank you. Thank you. Thank you. Девушек зовет, а нас не зовет. А нас она не зовет. Деловая колбаса. Видимо, ей надо или поменьше, или побольше. Я, может, еще что найду. Ой, какие утяжечки. Жестокие. Распродажи только по 300. Рубашечки. Это что? Платьишко какое-то. Что тут по 300? Может, чего и мне надо по 300? Какие тут необычные фасончики. Прямо что-то праздничное, 5000. Праздничное, праздничное в перьях, чудо в перьях. Маленькое черное платье. У каждой девушки должно быть черное платье, которое ей мало. 1800. Слышите, веды читают. Как я люблю веды. Прям приятно в этом магазине находиться. То мантры, то веды. Это очень приятный материал. Тоненький-тоненький. И расцветка такая мне нравится. О! Была бы вот я стройная, я бы вот такое себе купила. Или вот такое. Да. Стройным все хорошо. Вот триумф, я уже прямо их узнаю сразу, еще не прочитала надпись, а уже понимаю, что это триумф. Ми-ми-ми, вот такая красота. Сколько стоит? 200, всего 200. Символически как бы и одета 350, но как бы и раздета. Ой, какие штучки классные. Иногда слишком вырез большой. Смотрите, можно такие. Вот before, до того, а после вот так. Вырез большой, но такую штучку прикрепить, как она интересно смотрится, стоит всего 300 рупий. Сколько тут штук? Они одного цвета? Сет, 3 штучки. А это тоже? То же самое, нет? 300 рупий что-то. Я не знала, что такие есть. А это вот. Интересно, а это зачем прятать красоту? Зачем ее прятать?
это вообще непонятное происхождение и назначение для меня. Вирч. Это что? Товарищи, я отстала, я дикая тварь из дикого леса. Я не знаю никаких женских штучек, которые нужны нам. Но это я знаю. В детстве я в бассейне плавала. Училась в школе-интернате. У нас 3 раза был бассейн для детей с проблемами позвоночника. И я плавала в таких очках, да. Сразу вот эти. Я капсби. Ну и чего, ты нам не показала? Продинамила? Мне все зрителей. Мало ей все. Так красиво бы выпадала, выползала. А потом бы можно было вот такие штучки купить, чтобы прикрыть. Некрасиво. Я бы позвала зрителя, если бы было красиво. Да динамщица-то, вот и все. Вот на мне сейчас красиво. С мое. Показывай. А, вот еще какие есть невидимые. Прикрепляешь, и чего? И в сарафане ходишь, и у тебя как будто бы, не знаю, у меня конструкция не выдержит. Такого нет. У меня все рухнет. Что еще есть у нас в нашем женском царстве, государстве? Вот какая я отсталая была. Я думала, вот что у нас есть. Вот лифчики, вот трусы. Все. На этом все. Оказывается, сколько много всякой фигни для нас надо. Это ж кошмар. Как же содержать-то всех этих красоток? Все дорогое, все красивое. Парням-то хоть не женись. Выбирают красавицу. А потом все. Потом разорение полное. Лучше выбирайте меня. 3 лифчика в год и все. И никаких больше прибамбахов. Ну, не меня, конечно, я уже выбрана. А таких, как я. Красный предлагаю. Мериди сказали. Опять мерить? Я уже с тобой даже не пойду. Все равно кинешь. Я лучше буду тут копаться, рассматривать. Я уже их подписала. Слышишь, Маришка? Ты понимаешь, прогуливаешь свою работу. Я их подписала на свой канал. Айда покажу, ладно. Так ты и я могу. Ты мурку сыграешь. Ну, так и то, как бы, ну, это лучше, чем ничего. Вот, ладно, мерей. Слушай, вот это классно, прям. Ага, а сколько стоит? А, я не спросила, сначала надо померить. Ну, я так поняла, здесь цены адекватные вполне. Это ничего вроде, да? Или, может, потуже, поменьше объем, нет? Наоборот, я ни во что не влезла сейчас. Ага. Сейчас, короче, все-таки... Рекламная пауза. Рекламная пауза, да. Батюшки. А это, смотри, чемоданы еще для лифчиков. Кейсы для них. Ира, я дай свой покажу. Я вообще... Только без камеры. Я вообще отсталый человек. Я не знала вообще, что это все существует. Я думаю, не только я. Я думаю, многие не знали. Рекламная пауза. Иду. Саша жалуется продавцу, говорит, я в Америке когда был, я захожу в магазин, там машина нравится за 50 тысяч долларов, за 5 минут купил. А здесь, говорит, она лифчик покупает, 2 часа мерит, все мужики такие. Мы выбрали, говорим да или нет и берем. Он уже устал нас ждать. Я понимаю. Мы сейчас пойдем в ресторан, папа. We will go to ресторан and drink чай, and eat ням-ням something. Это Марина мерит. Это все виновата Марина. Во всем виновата она. Она купила себе лифчиков и труселей. Ага. Но мы же все время, мы что бы не покупали. Ну, вообще, лифчик это самое ответственное. Это надо мерить просто, я не знаю как. Машину не надо мерить. Он говорит, я машину за 50 тысяч долларов купил за 5 минут. А вы со своими лифчиками. Да, и говорит, и одежду. Говорит, за 10 минут купил 3 вещи.
Да, boy simple. Ты не представляешь, какие, оказывается, сложная жизнь у девушек, у нас, у красивых девушек. Вот. Это ж надо все вот это выбрать. Посмотрите, какие. Посмотри, Маришка. Посмотри, какая. Вау. Ты посмотри, какое вау. Может, мне тоже надо? Да, я думаю, тебе это прямо необходимо. Это петушиная накидка к перьям. You bring her to Delhi Sarojini market. It's a big market. 3-400 стоит. И тебе это необходимо. В Дели, говорит, ее приведи на рынок, где все по 200. А это твоя, смотри, бриллиант это. Точно. How much? How much? How much? 1500, не, мне не надо. Не твоя ценовая категория. На лифчике мы остановились в этих, да, в мотовстве. У меня лимит, все, на лифчиках стоп. Да. Так, а у меня сколько, значит, 3 лифчика по 1,5, да? Лифчик 1,5, я еще себе так дорого. 4 или по 1600, 4,5, плюс очки за 3,5. Вот, на 8 пока что меня приодели. Плюс 4 мы купили на 4000, что-то там мы купили в смарт-базаре. Света, я себе лифчиков купила. Смотри. Смотри, 50, только 50, Маришка, смотри, только 50 стоит в носик. Вау, так это, наверное, протыкать надо, да? Нет, а нет, это как раз то, что мы с тобой так носим. А, это у меня вот такая есть. А такая? Вот это круто вообще, 10, мне вот надо. А чего вы молчали? А я только сама увидела. Я вообще-то ему говорю. Нет, а ты, ты им скажи, что а мы так много купили, буду, что мы... А я на корову не буду похожа? Да, ага. It's only 50 rupees. No, it's not for you, вот с такой весюлькой я не буду на корову похожа? На корову не будешь похожа. Надо брать. Да. Надо брать. Okay, we did. Ира, сейчас, а? Wait. Мама, don't wait too much time for this monkey, please. Что там? Надо в казино было его отправить. А иначе я пойду, говорит, в казино. Go to казино. Иди в казино давай уже. Отстань. Ира, Ира. А я вот себе как, а я вот себе говорю, какую нашла, и ты такую же нашла. Точно. Папа, папа, for me this. This one. This is for my wife. Они нам все время делали подарки за. Я буду, мама. А for you, okay, okay, no problem. Now we go out. Марина, okay. Тоже подарили, да? Аж на две, за один лифчик две, а за три лифчика одну. Ну как? Ну-ну, да иди презент. Как несправедливо, мне надо три кольца в нос. Так иди бери. Иди бери. Кто не дает? Не хочу. Сама поскромничала, я виновата, главное. You want to go to restaurant? Пошлите в ресторанчик, как вы? Вы купили что-нибудь? Понятно, почему папа купили. Папа голодный. Ну, папа хангри, папа энгри. I'm not hungry, I want chai, sit down. Он все равно злится. Значит, он голодный. Это ты потеряла, Йор. Тут есть фамильный ресторанчик.